Здравствуйте! Привет, мой Тойс Пинк! Привет! Ой, такая красивая девочка! Как тебя зовут? Меня зовут Аша. И имя у тебя красивое. Спасибо. А что ты делаешь с этими коробочками? А я готовлюсь к фэшн-вечеринке. Сейчас придут мои подружки, и мы будем наряжаться. Я обожаю фэшн-вечеринки. И я. А вот и они. Привет, девочки-красавицы и мальчики-красавчики. Посмотрите, какие девочки пришли на фэшн-вечеринку к Даше. Это же Бобси Girls, только в миниатюрной версии. С тремя мини-сюрприз-коробочками. Это, ребята, настоящие модницы. И всю свою одежду они, ребята, покупают на 5-м авеню в Нью-Йорке, где очень много бутиков. Ах, сейчас они будут все наряжаться. Девочка Би с фиолетовыми волосами. Это у нее короткий хвостик сзади. И челочка впереди с прядями. Зеленым бантиком под цвет платья. С модным перламутровым цветочным рисунком и розовым поясом. И туфельки у нее тоже модные, на каблучках. Привет, Даша! Привет, Би! Еле добралась со своими коробочками. Я представляю. О, у тебя такое красивое платье. И туфельки какие симпатичные. Спасибо. Ты же знаешь, я модница. Модница-сковородница. О, если здесь собрались одни модницы-сковородницы, то мне именно сюда. Или... Привет! О, ребята, это еще одна модница Boxy Girls с короткими светлыми волосами, голубеньким бантиком наверху. Она тоже с челочкой. У нее синее платье с интересным рисунком. И синие туфельки тоже с бантиками. А где твои наряды? А вот они, ребята. Еще три коробочки. Вот они. Мы с Тринити вместе покупали. А где Тринити? А вот, ребята, и Тринити. Вот так вот она выглядит вживую, а вот так на рисунке. Она тоже такая симпатичная. Модные вещи, которые она накупила, также в Нью-Йорке. И сама она такая красивая. С розовыми волосами. Волосы у нее длинные, она просто их собрала в пучочки. Впереди пустила пряди, а сверху закрепила голубые бантики. И кофточка у нее тоже голубенькая, с желтыми вставочками. И белая юбочка. И ботиночки у нее какие миленькие, желтенькие, с голубенькими бантиками. Вообще она такая милашка. Привет, девчонки, как же я рада вас всех видеть. И наконец-то у нас фэшн-вечеринка. Я давно о ней мечтала. Мы же проводили ее неделю назад у меня дома. Для кого-то в неделю раз это редко. Давайте же скорее начинать, мне не терпится. Подождите, еще кто-то не подошел. Да, Коко. Коко еще не подошла. А вот, ребята, и Коко. Смотрите, какая она милашечка на рисунке. Ультрамодная девочка. Достанем ее тремя сюрприз-коробочками. В модном красивом платье. Рыжеволосая девочка. Тени у нее желтые. Бантик фиолетовый. И туфельки такие темно-золотистые. Привет, девчонки! Ну что, фэшн-вечеринка? Обожаю наряжаться! Да! Ура! Вечеринка, вечеринка, вечеринка! Ух, ребята, сейчас наши девочки будут наряжаться! Давайте начнем с Коко. Имя как Коко Шанель. Вот ее коробочки. И что же она принесла в них? Так... Зеленая сумочка с черной ручкой и черным бантиком. Я все это купила, и поэтому я не знаю, что в какой коробочке. Итак, в первую у нас сумочка. Модная. Я думаю, что у этих девочек все самое модное. Посмотрим, что во второй. О, еще одна сумочка. Смотрите, как она подходит по цвету к ее туфелькам. Ну-ка, примерим ее. О, красиво, бесподобно. И третья коробочка. Так, что же здесь? Черные модные сапожки на каблучках и застежечками по бокам. А бегунки, посмотрите, в форме туфелек. Очень симпатично. Они отлично подойдут с этой сумочкой. Примерим черные сапожки с зеленой сумочкой с черной ручкой. Ну как? Оба варианта хороши. Следующий, можно я? Можно я? Давай, Тринити, уступаю тебе место. Теперь я покажу, что я купила. Вот три коробочки Тринити. И проверим, что она купила. Так... Розовые кроссовочки. О, такие симпатичные. На платформе. Как же они подходят к цвету ее волос. Что у него во второй коробочке? Сумочка в форме радуги. С облачком сбоку. Как симпатично. И она тоже с розовым оттенком. И что у нас в третьей коробочке? Еще одна сумочка желтого цвета. Ее, мне кажется, она может надевать и с розовыми ботиночками и кроссовочками, и с желтыми ботиночками с голубым бантиком. Ах. Ну как вам, девчонки? Мне очень нравится твой стиль и твои сумочки. Ой, девчонки, я тоже хочу похвастаться своими покупочками. Давай, теперь твоя очередь.
На очереди, ребят, у нас Элли, еще одна модница. А это ее коробочки. Итак, что же она купила? Золотистые туфельки на каблучках. Что во второй коробочке? Синяя сумочка с бантиком и такой интересной формы. Отлично подойдет к ее платьишку. И третья коробочка. Еще одна сумочка, похожая на желтый арбуз. Можно поменять ее с этим нарядом. А можно надеть ей вот эти золотые туфельки с этой сумочкой. Ах, красота. Или можно надеть синюю сумочку. Какая же ты красивая, Тринити. Мне очень понравились у нее сумочки. Теперь, Би, давай ты иди. Твоя очередь. Вот какая у нас Би на картинке. Наконец-то моя очередь. Ну, девчонки, готовьтесь. Вот коробочки у девочки Би. И начнем проверять, что же купила она. Что-то зелененькое. О, какая сумочка. Мне кажется, это самая красивая. Салатового цвета. И ей, между прочим, по цвету очень подходит. Во второй коробочке. О, красные туфельки с золотыми бантиками. Ничего себе. Вот это поворот. Примерим тогда их. Отлично. И модно. И в последней коробочке. А, тоже красного цвета. Модная сумочка картошка фри. Френч фрайс. Все так необычно. И оригинально. Как мне нравится этот красный цвет. Сумочка просто класс. Я рада, что вам понравилось. Ну а теперь, девчонки, посмотрите, что взяла я. Девочка Таша без этого очень милая. И вот ее три коробочки. Посмотрим, что она купила. О, бирюзовая сумочка с шарфиком сбоку. Очень модно. Ей идет. Во второй коробочке. О, какие туфельки на каблучках. И в третьей коробочке. Еще сумочка в форме ракушечки с цепочкой и перламутрового розового цвета. Проверим, как она будет сочетаться с этими туфельками. С розовыми туфельками очень хорошо. А вот с новыми туфельками они по цвету подходят к ее теням. И новой сумочкой просто восхитительно. Можно надеть розовую, а можно бирюзовую на прогулочку. Ну вот, ребята, смотрите, сколько всего коробочек мы открыли. Это все накупили наши милые и миниатюрные куколки Boxy Girls. А теперь на дискотеку. Вечеринка продолжается. Там все просто будут в шоке. Который умеет делать шикарные прически. Ой, я надеюсь, что она и мне сделает что-нибудь трендовое и со вкусом. Это она. Знакомьтесь, Hair Durables. Это девочки, которые умеют делать шикарные прически. Они необыкновенные, яркие и очень красивые. Всего можно собрать таких 36 куколок. Внутри такой упаковочки 11 сюрпризов. Тянем и... О, здесь у нас буклетик с этими девчонками. Какая же девочка здесь, интересно, нам попалась. Смотрите, какие они все стильные. И одна не похожа на другую. У каждой свой характер и свой образ. Сейчас проверим, повезет ли вам. Я скажу, кто здесь. Не нравится, ты не говори, а то так будет неинтересно. Ладно. Открываем дверки. О, у него здесь свой кабинет. Вот откуда она снимает свои видео. Микрофончик и таблетка. Hair Durables. У нас есть две стороны, с которой же нам начать. О, стоп, откройте меня в последнюю очередь. Хорошо, значит, начинаем с этой стороны. Итак, первая ячейка и первый сюрприз. А волосы и мы. Вместо того, чтобы а вот и мы. Посмотрим, что здесь. Стикер, ромбики, звездочки и сердечки. И расчесочка с бантиком, сделанного из волос. Вторая ячейка. Вот ты, кудряшка, супер! Открываем. О, опять стикер. Отсоединить, согнуть и склеить. И получим телефон. Интересненько. Готово. Ну-ка, вас сфотографирую, девчонки. Себе на память. А еще здесь сандалики. Модные и аккуратненькие. Третья ячейка. Оп. Обожаю твой стиль. Что здесь? О, очки. О, какие модные. А это фотография в Инстаграм. Хэштег сладенькие. И последняя, четвертая ячейка. О, она гений. И та же фотография. Неужели какая-то из этих девочек? И здесь бейсболочка с цветочком. А вообще эту сторону можно использовать как шкаф. Для обуви, для обуви, для обуви и для обуви. Ну а сама куколка вот здесь. Так, открываем. Ну-ка посмотрим, что здесь. О, а это, ребята, шкаф для одежды и аксессуаров. Так удобно. Даже не надо выбрасывать. Здесь она будет работать, а здесь у нее шкаф. И все это аккуратненько обратно соединяется на вот эти липучки. И... О, это же Ноа! О,
Самано. У нее здесь что-то написано. Любимый цвет Чиркова голубой, предмет гордости влогинг и девиз: если мечтать об этом, то обязательно получится. Какая же она красивая. И вот ее один из трех образов. Модная блестящая кофточка, сверху белая, переходящая в светло-розовый и в темно-розовый, даже алый цвет. И удобные джинсовые шортики. А если снять у нее кофточку и шортики, то она останется в купальнике. О, так симпатично! У нас еще есть для нее очки. О, и удобные сандалики. Не забыть про бейсболку. Настоящий видеоблогер. Мне очень нравятся такие куколки-девочки. А если вы, ребята, хотите, чтобы я распаковала еще Hair Durables, скорее напишите в комментариях. Пока-пока!